Всем привет! С вами снова Евгений и канал Электромен Беларусь. Сегодня наше видео будет посвящено СВЧ-трансформатору от микроволновой печи. Его прозвонке, проверке, как это сделать в домашних условиях. Для этого нам понадобится обычный мультиметр, тестер. В общем, давайте смотреть. Первое, с чего мы начинаем, чтобы убедиться в исправности нашего трансформатора, это первое, визуальный его осмотр. Обязательно нужно просмотреть межвитковое пространство, вот здесь вот, обмотку, лакокрасочное покрытие, вот эти вот листы, которые служат изоляторами. Сначала это все дело просмотреть. Если где-то есть вздутие, то есть визуально все определяется, нужно обязательно проверять, прозванивать. Прозванивать и проверять нужно в любом случае. Итак, что мы сначала делаем? Вот у нас СВЧ-трансформатор. У него, как у любого трансформатора, есть первичная обмотка и вторичная. Первичная обмотка обычно располагается снизу у любого трансформатора на 800, на 1000 Вт. То есть вот она снизу. Что мы делаем? Включаем тестер в обыкновенный режим прозвонки. Берем щупы. Убеждаемся, что цепь замыкается, и сначала прозваниваем на целостность, то есть есть. Так, теперь берем сопротивление, достаточно 200 Ом, и на сопротивление прозваниваем тоже. Так, обмотка у нас где-то от 3 до 5 Ом должно быть, это значит, что она рабочая. Так, забыл вам сказать, обязательно каждую обмотку мы берем железо, немножечко зачищаем и смотрим, чтобы не было пробоя. Каждая обмотка проверяется на пробой на корпус. Так, пробоя нету, все хорошо. Следующая у нас обмотка, это вторичная. Вот ее выводы. Здесь идет вот такой вот предохранительчик по заводу. Вот один вывод и второй уже вот здесь. Так, идет у нас на умножитель конденсаторчик. Вот два вывода, смотрим теперь целостность. Так, обмотка у нас целая, смотрим на обязательно пробой на корпус. Как мы видим, все целое, пробоя у нас на корпус нету, обмотка целая. Итак, вот вторичная обмотка, один из ее выводов должен соединяться с корпусом и иметь сопротивление. Оно колеблется где-то от 350 и до 600 Ом должно быть в рабочей. Вывод соединительный вот здесь вот находится, обмотки вот, обязательно соединяется на корпусе. Так, сопротивление проверяем. Берем тоже конечные точки. Маловато взял, на 2000 Ом ставим и тоже проверяем. Вот 9-8 Ом, это значение где-то должно колебаться от 7 где-то до 15 может быть у более мощных трансформаторов. Вот мы убедились, что у нас и вторичная обмотка полностью рабочая. Трансформатор у нас, значит, рабочий по всем параметрам. Его можно использовать, ставить в печку. Вот все прекрасно работать. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой тест и разбор проверки трансформатора будет кому-то полезен. Сделать это, как я повторюсь еще раз, можно в домашних условиях с помощью обычного мультиметра, прозвонки. В общем, пользуйтесь. Спасибо за внимание и до свидания.